кушать в больших количествах. А вот именно то, что спелое, оно гораздо вкуснее и наполняет нас лучше. На фруктах очень хорошо увлажняется кожа, то есть влага – это все, что нам нужно, по сути. Надо следить за тем, чтобы мы потребляли как можно больше спелых, сочных фруктов, плодов. Вот. Вот это вот просто базовый рецепт. Я вам очень рекомендую эти вот оранжевые фрукты. Это просто класс. Мне очень нравится. Мы составляем списки, чтобы муж сходил сейчас, купил фруктов. Мы едем сейчас в Италию путешествовать. И с собой возьмем всякие помидоры, авокадо, персики, дыни. Вот так вот. Еще я стала заниматься больше спортом, пошла на танцы, и вообще просто ту энергию, которая у меня есть, я решила заниматься больше спортом, потому что есть на это силы и хочется этим заниматься. Вот, сейчас пока я, получается, уже поужинала, съела дыню, и сейчас позанимаюсь йогой. Вот. Я очень хорошо себя чувствую, счастлива, и вам того же желаю. Попробуйте питаться фруктами, включайте как минимум один прием такой вот свежий, сочных плодов в день, как можно больше. Кушайте ягоды, делайте коктейли, смузи, шейки, салаты, вот фрукты, и будьте счастливы. Подписывайтесь на мой канал, на наш канал. Тут есть, конечно, Саша снимает какие-то видео, и я. И я буду рада делиться с вами всем, что с нами происходит. До новых встреч. Пока.